И всем привет! Я вас приветствую на своем канале Scorpion Games. Вот видите, вот эта мелкая фигура с огромным дробовиком. Вот это какой-то является боссом. Боссом из рейдера или что-то такое, я не знаю. Или просто рейдер какой-то. Вообще на ребенка похож с дробовиком. Этот собаки просто загнали на камень. Давайте я пузико почешу. Так, ко мне кто-то подходит. А не упал. Вот этот шкет мелкий ко мне лезет, хочет меня пристрелить. Наверное. Отдашь мне свой дробовик? Или нет? Так куда ты там все время попадаешь мне в камень? Вот так и стой. Ничего. Да, мимолетная встреча, но я просто она мне с дробовика там убьет. Это ж рейдер все-таки. Карлик с дробовиком. А где твой дробовик? Гребаный карлик. Дробовика-то нету. Ладно. Я сейчас просто вышел жир поискать, но жир кончился. Давай монетки. Я вам все тут собираю. Более-менее построил себе базу. Подземно-надземная. Больше подземная будет, чем надземная. Надземная часть будет так встречать только Орду. Вот, а подземная уже именно будет для всех остальных. Куча верстаков в игре. Просто огромное количество. Я уже штуки 4 скрафтил разных, и там еще. Еще есть, надо открывать их. Сейчас посмотрим, что в машине. Где ее забрать надо машину? Мне бетономешалочку не помешало бы. О! Красота! Кто так сказал за бетономешалку? Вот двигатель для бетономешалки готовый. Огненные ловушки можно изготавливать. Для них нужен бензин. Для этих огненных ловушек. Сталь, бензин и, по-моему, решетка для гриля. Тут что-то у меня не сыпется. Не, не сыпется еще. Хэнкл пац еще нашел. В смысле, с машины скрутил только что. Пригодится. Трубочки тоже сгодятся для чего-нибудь. Кролик, он мясо ходит. Угу. Ого, насколько я не докинул, грубо говоря. Вот рядышком. Танцующий кролик. Кат. Пойдем на перерез. Стой, стой, стой. Не понял. Опять промах. Да как так? Ну вот. Иди сюда, дружок. Мяско твое мое пригодится. Сейчас как раз будем попахивать мясом в разрушенном биоме, то что надо. А вот первая жертва. Опа. Я-то думал, она двинется, а вот нифига она не двинулась. Давай, 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 не забери. Поздновато выстрелил. Поздновато, поздновато. Блин, не достает. На тебе. Экспансивная пуля делает свое дело. Один выстрел. Я немножко поднял сложность свою. На Warrior поставил. Конфетный сюрприз я заметил. Ну-ка. Мадам, разминируйте мне конфетный сюрприз. Давай, давай. Прямо идешь, прямо к цели идешь. Молодец. Что принесла? Оставь себе.
свои сэндвичи тухлые. О, жрать, пожалуй, возьму. Такое ощущение, что кто-то... Кто еще подходит? Нет, никто. С прокачкой здесь очень интересно. Я уже что-то там Construction Tools уже 115 или 116 уже имею. Я так понял, что тут... Ну да, потому что тут перков огромное количество. Откуда же очки брать? Только именно увеличили здесь количество именно очков, навыков, которые можно получать. То есть не до 100, а я просто не знаю, до скольки еще. Допустим, покопать что-нибудь. Ты куда пошла? Мадам, вернитесь. Ой, мягенькая. Иди сюда. Больше нету сюрпризов конфетных? Вроде нет. Пока найдет, можно металл немножко еще поковырять. Камушек. Ну-ка. Ой. О. Верси. Уже пушки можно сращивать. Верстак уже один есть. Ну, именно нормальный верстак. Стандартный есть. Который во всех частях, наверное, присутствует. Во всех частях этих. Версиях игры с модом и без мода. Мой workbench есть везде, хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, по крайней мере, в этой модификации он есть. Да хорош там, решил давай. Вот жирок, а то у меня свечек уже почти нет. Или они уже почти нет, а их, сколько, 7 свечек можно сделать. Нормально, не густо, но пойдет. Главное смотреть под ноги насчет мин. Все-таки там сюрпризов конфетных. О! Какой прикольный момент. Чикин и квочка крутится вокруг этого. Ну. Да, блин, думал я перехватить так, но не получилось. Так, а мне не хватит места. Давай сделаем порох. Перья, куриное мясо. А на кролик кроличье мясо у меня есть, отлично. Шкура у меня есть, так что все нормально, все влезет. Никого, никого. Рейдер, я смотрю, часто тут посещает этот разрушенный биом. Хорошо. Будет на кого посмотреть. Этот рейдер, конечно, с дробовиком. Дробовик больше, чем можно сам рапать. Это татуировка. Мелкая. В общем, ладно, увидимся возле базы уже. Ну вот, я вернулся на базу, подземную ее часть. Вот кролик этот, как он выглядит. Вот он дает минус 5 гидрации. Это, я так понимаю, на гриле приготовлено. Вот, а вот курица на гриле. Тоже 0,7, ну 0,7 дает, это сколько, 0,8? 0,8, минус 5, а это всего лишь минус 1 по гидрации дает. Я пока еще фермерить не умею. Тут тоже надо перка прокачать. Там у нас 3 перка надо. Пока не хватает ни на что очков. Так, сидим как в ролика. Дринкнем. Вот, и сейчас я расставлю эти свечки, чтобы тут было более-менее нормально, чтобы видно хоть что-то было. Вот и построил такую пока площадочку, чисто чтобы орду встретить. Без ничего, просто из дерева, потому что кэблстоун нельзя делать в руках, это только в станке специально деревянном. Сейчас мы еще к этому подойдем. Так что вот пока такая фигня. Решеток еще пока нет. Железо надо искать, ну, в смысле, ходить камни разбивать.
Пока занимался только стройкой, копанием этой ямы. Да, еще стаки увеличены здесь. Тут песок у меня где-то там 5 или сколько тысяч в одном стаке было. Или даже больше, по-моему, чем 5000 я копал. Вот. Блин, пока еще тут ям понаделал, еще пока все не заделал, это как надо. Тут пока еще ничего особенного нет, но... Вот такой вот пока. Вот станки вот этот. Это стандартный workbench. Вот. Такой, как и везде. Но здесь нельзя крафтить именно железную броню. Нельзя крафтить. Вот здесь зато еще кевлар можно делать. Вот эти красители, то, что я находил, химикаты, вернее. Я, оказывается, вот они для чего нужны. Но это еще надо изучить, перк этот. Вернемся сначала вот сюда. Смотрим, что тут можно делать в этом станке. Так, пока все стандартно идет. Сейчас переключимся, вот. Вот такой вот станок, где инструмент, я так понимаю, делается. Tools, ну да, Tools Workbench. Дальше идет, поэтому армор. Здесь броню можно крафтить в этом станке, в отдельном. Вот в этой печи, здесь именно крафтится фреймы разные, там железные. Потом еще, ну все, решетки, по-моему, здесь и всякая такая всячина. Идем дальше. Вот, ну цементное понятно. Вот клок. Здесь вещи можно крафтить на этом верстаке. Короче, этот вот, как это назвать? Швейная машинка, в общем, блин. Верстак со швейной машинкой, грубо говоря. Так, и что-то еще должно быть. Так, обыкновенная печь. Что-то еще, один станочек где-то пропущенный. Лампочка, вот. Ага, тут еще со швейной машинкой. Тайлеринг Workbench. Ну, ага, вот нитка для чего, кстати, нужна. Я находил их, но я не собирал, и нет места. Так, сейф. Значит, все понятное дело. Так, что-то я, по-моему, пропустил. Так, смотрим еще раз. Так. Клок. Клокинг. Цемент, миксер, это понятно. Так, печка, армор, инструмент. Где же они? Я здесь еще, где надо. Ну, в общем, ладно. Вот я скрафтил деревянный станок. Вот здесь вот фреймы можно, как бы стоновские делать. Двери. Деревянные вот такие вот. Вот такие окна можно делать. Лестницы. Вот такие двери из железа. Который я уже, собственно говоря, сделал одну из 10 слитков она. Ну, пока она еще ведет в никуда, там будет еще одна комната дальше. Вот, вот эта печь, которую я сделал. Это именно, которой можно кирпичи делать. Вот конструкции все различные, скраб металла. Это тоже надо все изучить. Хотя нет, на это не надо, не требуется. Решеточки такие декоративные. Переплавка этого голова или что это такое. Ну вот, фреймы всякие всевозможные. В стандартной печке этого делать нельзя. Просто нету их. Пульки можно различные делать. А, решетки все-таки здесь. Ну ладно, решетки здесь. Перепутал. Теперь пройдемся дальше. Вот. И стальная рама для мини-байка. Потом вот слитки из этого, из оловянные слитки. Рамы из олова, я так понимаю, хотя нет. Железо 200 штук. Тунинг мини-байком. Тунгстин мини-байком. Так, ну, в костре мы уже смотрели. Так, теперь вот в этом. Здесь всякие вещи крафтятся. Странно, что их здесь нет. Возможно, что один раз сделал и все, что ли? По одному станку на... Потому что раньше больше было деревянные станки. Я их что-то сейчас не наблюдаю. Остался только те, что я еще не сделал. Вот это инструментальный. По крафту брони.
Блок. А это ж какой верстак. Тут пишется Clocking Works. Странно. На рыбалку еще пока. Я там один червячок где-то нашел, копал. Надо землю копать, чтобы червей находить. Так, клок. Возможно, просто в этих же деревянных станках можно другие станки сделать. Что-то я не подумал. Тайлинг, или что там, тайлингс. Workstation, так, ну у меня нитки нет. Нитки нет. Ладно, сейчас посмотрим в этом станке деревянном. Тут, по-моему, ничего такого нельзя, кроме кобблстона сделать. И дверей. А тут тоже. Никакой workbench больше не сделаешь. Тут вот куча шмоток можно крафтить. На любой выбор. Так, а здесь? У меня в этом вот инвентаре, что я могу сделать, кроме верстака? Наверное, больше ничего. Burning barrel. Так, ну да, workbench, больше нифига. Плиту. А вот, опа, вот еще можно сделать. Weaponsmithing Stations. Выглядит как печка. Нужен аккумулятор. 5 слитков. Как бы это все и есть, только вот навык не изучен еще. Самостоятельно можно оружие крафтить. Тут тоже много чего добавлено даже в оружиях. Кроме этих всех патронов. По-моему, где-то я видел арбалет. А это что? А, это длинный лук. Ну да, лонгбоу. Странно. Надо будет посмотреть в этих вот. Так, здесь такой кроссбоу нужен. Где-то я помню видел, что я мог делать приклады для всякого оружия. Где это, в инструментах что ли? Вот радиатор можно самому делать. Правда, не знаю, зачем он нужен. Но, наверное, раз он есть, для чего-то же нужен. Стальная ручка. Вот, а вот здесь вот можно делать. Вот бы... Ручки для всех можно делать. Для оружия, для различного. Даже для hunting rifle. Этот вот... Кевларовый мини-байк сит. Механик, ну, механикал парс, это понятно. Вот еще какой-то часть от оружия. Это все надо изучать. От шотгана. Стальная эта ручка, рукоятка. Очень много чего можно делать. Так, кто-то тут припелся. Ты куда собрался? Надо на охоту сходить, потому что мясо заканчивается. Ну да ладно. Ну, спасибо, конечно. Хазматовские перчатки. Ну тут радиация я еще не встречал, потому что пока она мне не нужна. Ну что ж, я даже не знаю, что дальше показывать, пока еще ничего не сделал, толком говоря. Нет, а не то. Пока нажму паузу, потом будет видно. Вот прилетел аэродроп. Сходим глянем. Я вроде как немного прокачанный, более-менее. Так, сколько курей бегает. Вынужденная была остановка записи. Ну давай, наступи. Блин, да что нам на мину никак не хочет наступить. Ну, медсестра, давай, не стесняйся. А это не мина. Ну какая-то зеленая, блин. Или мне кажется, что она зеленая. Ну так я знаю. Тут пока шел, магну нашел. Где она вот? Что-то я не понял. Она прошла по ней. Понятно, это всего лишь колпаки от машин. Безобидные. Так и ты знаешь. Это именно колпак или... Или настоящие имена. Лучше не наступать на них и не проверять. Вот берем еще собачку.
Ну, так я взял этот порох, вот этот вот. Опа, так я еще и собрал порох. Еще с ним дропнуть только можно, фиг я знаю, что с ним делать. Вот нашел еще аккумулятор. Где, вот он. Тут аккумулятор немножко по-другому даже выглядит, если я не ошибаюсь. Так, еще атака там нашел этот рюкзак. Сейчас мне нужен жирок. Тухлячку не знаю, так, собирать, не собирать. А вот жирок нужен. Так, надо под ноги смотреть обязательно. Так, расчищаем где-то там вот. Не в ту сторону пошел. То. Вот, минуска, давай. Даже там немножко железный стрел наделал, ну, в смысле наконечников, тебя самый перевел. Стаки тоже больше там. У меня было где-то сколько? 350 или что-то около того. А сколько максимально, пока не знаю, еще не набирал надо. Тут что это показалось? Минное поле на такое. Надо аккуратнее ходить. Побили. Так где ты, тварь? Гребаная покрышка. Так, у меня кровотечение. Плохо. Давай, жирок. Она лагнула, блин, собака прям рядышком появилась. Гадина такая. Блин, еще попробую дойти до этого. Так, песок, ну нафиг. Я вот не знаю, что с ними делать, но пока оставлю. Честно говоря, так тухлячку выкину. Место освободить. Пружинки, фиг его знает, они нужны тут для крафта или чего-то, или не нужны, пока тоже не знаю. Ну, как минимум, кровать сделать. Оп. Что, в тачке? Блин, появилась еще одна собака, вижу. Где она? Там зомбячка шляется. Вот там где-то была собака. И мне показалось, там вроде не должно было. Так, машин тут много в этом биоме. Стрёмный биомчик. Ночью лучше тут вообще не шариться. Мины, как минимум. Плюс копы и хералы. И плюс все это еще и бегает. Ага, вон она. Чикин он бегает. Ну, ладно, пускай бегает, они меня вроде как не трогают. Так, опять лагнуло. О, вот он все-таки, наверное, нашел ее. Лагнуло, мне показалось, что я на мину уступил уже. Потому что перед тем, как взорваться, сначала лагает, а потом оп, и взрыв. Так, нормально. Че это не... Это, блин, не он. А как ты... Ага, просто подойти поближе надо. Ой-ой-ой, что это? Че это такое? Так, скраб. Скраб, че это у нас? Лид, синий скраб. Трубульки скраб. Это скраб. Косточки. Фигосточки, масло пока выкину. Шлем он еще нашел. Так, это мы. Синий, пожалуй. Скраб не влазит, да? В общем, не знаю, что это, надо все забирать. Давай-давай-давай-давай-давай, шустрее. О, что-то еще взорвался. Так, ну это вообще надо забрать по-хорошему просто. Или все-таки это был аэродроп? Это был аэродроп? Вообще рандомные вещи такие попадаются. Кругом все взрывается. Хорошо, хоть не я. Пусто. Выросла капуста. Кролик бегает, собачка вылазит. Так, а что в ящичках есть? Так, возле таких зданий часто мины лежат. Так, бумажка. Так, наконечники. Нет, лучше я железо уже буду делать. Так, а, можно скрафтить тебя. К
от калаша не хочется скрапать на самом-то деле. Да ладно, ты еще и замерз. В таком биоме замерзнуть? Чего? Опа. На тебе. Тебе тоже туда же. Ты какой-то выпукнул. Опять подозрительно лагануло. Вроде тихо. Чуть там такое только что было. Собака он носится по кругу. Шапочка. Капочка, скрапнем. Скрапнем тебя тоже. Не нужен тебе уже больше. Вот так-то лучше. Блин, нечего больше. Баночку можно выкинуть. Порох тоже выкинул. Я, может, сам смогу сделать. Вот нашел еще какую-то детальку. От автомата, похоже. И от винтовки. Так, ну-ка. Так, запилите ко мне новый ножичек, пожалуйста. Этот все равно чинить нельзя. Костяной, да как его починишь-то, костяной-то? Пухлячка, шкуру давай. Шкуры надо много. Так, надо было ответить. Так, люди пишут. Немножко еще железки возьмем. Там вроде чисто. Как-то по-хорошему возвращаться уже надо. Че тут у нас монеты? Фигетки. Вот этого можно взять. Пули. Не пули, а... Ну да, пули. Так, нет, некуда брать. Так, ну вот я же говорю, водный мир, блин, карта заспавнилась. Либо я просто такое место выбрал, ну, куда не пойдешь, везде кругом вода. Ну, серьезно. Не повезло со спавном немножко. Пусто. Так, тут вода внутри есть. Ну, в принципе, ничего нам не надо. У меня рядом с вами озеро. Там как должна быть лужа, но ее нет. Правда, она не всегда есть. Так, чуть я пропустил. Где выход? А, вот. Ну, спускайся. Ладно, машинку еще заглянем. Посмотрим, что есть. Хорошо, хоть мимо видно, блин, что они не находятся под землей какие-то. Так, смотрим. А вот там вот что-то есть. Кукинпад, по-моему. Курица, блин, не куда тебя взять, курица. Смотрю, он потасиум лежит, кучка. Да хорош, лежит, блин. Ты чё, тут же жарко в этом разрушенном биоме. Опять яйца. Ничего. Помните, где-то было у меня одно видео такое, я спрыгивал с этого. А с другой стороны мина была, но я и не видел ее. Бэмс. Самый быстрый способ оказаться на базе. Наступить на мину, блин. Нет вроде мин. Ладно. Сейчас вернусь на базу. О! Вон еще одна ходит. Возьмем магнум. Пойдем поздороваемся. Что тут у нас? Еще порох этот. Зинк. Пауэр. Пускай лежит, может понадобится, то приду потом. Нет, может сам смогу крафтить. Тут по крафту пороха три перка есть. Олень. Ох, ваш. Сучка, это не я подорвался. Но меня хорошо зацепило.
Вот, блин. Откуда вы взялись, зараза? Такой, о, не-не-не-не. О, не-не-не-не. Башкой мотает. Да-да-да, уже все, что могло случиться, уже случилось. Блин. Ну это не я на мину наступил. Если бы я на мину наступил бы, меня только сплэшем задело. Так, где-то гадина мелкая делась. Так, изменим винтик. У них не так много, а вон она ходит. Так, магну. Где-то мина была, я же вроде стоял, смотрел, блин, ни черта не видел в упор. Так, аккуратнее, блин. Может они такие, если они сливаются с местностью, что их нифига не видно. Так. Чуть я ее... А, вон она. Уходит от меня. Так, смотрим. Идем за ней. Все внимание на землю, блин. Так, камешку нужно подобрать. Собачка. Вот она. Несется ко мне. Что делать будешь? Ну, поговорить с ней я не могу. И стрелять она не стреляет. Ну ладно, за ней будем трогать ее. Или может тактика у тебя такая, подойти сзади и пристрелить меня. Ну ладно. Это ж бот. Какая у нее может быть тактика? Ты иди отсюда, не мешайся. Господи, ну что ты вообще похожа? Чудо-юдо, блин, надо скриншот сделать. Пойдешь на превьюшку, блин. Хотя, ладно, замажем. Замажем, что не надо. А то YouTube такую картинку не пропустит. Сделай тебе лифчик. Чё ты думаешь, что нам не стрелять будет? Блин! И скотина, стреляй в меня. А? Я-то думал, что ты за мной ходишь, блин, сюда. Фу-фу-фу. Тише сюда. Что ты, блин, хочешь? Ну, патронов тебе, что ли, нет? Я раз за тебя. Отстань ты уже. Так, ладно, возвращаюсь на базу потихоньку. Она в натуре не отходит от меня. Я с ничего не могу не поговорить, нету никаких взаимодействий с ней. Так, вода есть, она еще выпила водички. О! Ну стреляй! Не хочет стрелять! Ну вон ту, может, убьешь, он, смотри, ползет. Эй! Витёс с дробовиком! Не, чё, не? Ну ладно. Да нет у меня конфет, что ты прицепилась, иди сюда. Блин, прикольно, что с ней можно, жалко, ну, какие узнают, может на базу ее можно привезти, кормить ее там. Только как? Да ну это бред. Я же начинаю фигню какую-то выдумывать. Может у нее банально просто патронов нет? Там она у меня уже давно пристрелила бы. Ну ладно, пошли. Покажу дедом. Раз ты так... Так опять заспавнило что-то. Опять лагануло. Серьезно. Нет? Пойди. Так, перевозьму. Ладно, я это тоже буду брать. Ту клячку я не буду брать. Так, вот еще гнездышко. Тут ты, блин, пугаешь меня. Мелочь пузатая. Так, а что это зеленое такое лежит? Приманка что ли какая-то, чтобы я подошел и взорвался? Железка просто. Что-то давно я уже не был в этом биоме. Уже даже...
Ты все еще здесь? Ну пошли. Так, ну можем сейчас паузу. В принципе, как. Что тут смотреть-то, как я иду по этому разрушенному биому. Вот это только что прикол был, короче, ну вижу такую тоже покрышку лежит. Думаю, та это, наверное, такая же. Ну, что-то мне так ёкнуло, думаю, нет, давай-ка я лучше стрелой в неё стрельнул. Но взяла и взорвалась. Так что да. Это здесь не просто только покрышки валяются. То есть некоторые именно пустышки лежат именно, колпаки от автомобиля. А есть именно которые действительно бомбы, то есть покрышки сделаны. Это никак от меня не отстает от меня, короче. Зомби не стреляет. Она, наверное, патроны дома. Блин, что там было? Кто это был? Зайка, что ли? Зайка. Разминировал. Ути какой. Какой няшный. Блин. Ты тычешь меня этим дробовиком. Иди отсюда. Ой, взять его некуда. Допустим, на. А вот эту херню скрапну. Может, их можно самому. Да и, по-моему, самому можно делать. Хотя уже не уверен. Мясо пригодится. Сильно быстро она не бегает. Тут, по-моему, еще можно скорость прокачивать. Бега. Ой, потерялась я, да? Гадя Петрович. Ну пошли уже. Немножко дерева шкрябли. Много дерева не бывает. Или это может разведчик? Он знает, где моя база находится. И позовет тут кучу всяких уродов. Это опять же шутка. Ну что, пошли вовнутрь, блин, раз пришла. Смотри, она в базе, я думаю, не зайдет, она зашла. Так, жару поставим на готовку. Так, можно рэббит гриль. И что это? А, это бойлер. Кипяченый. Кролики. Ух ты, бля, тут все выгорело. Ты вообще в курсе, что ты наверное, сейчас загоришься на костре стоять? Что с тобой? Кушать хочешь? Так, надо костер выключить, для он точно сейчас зажарится. На, вот здесь вода. А? Сколько там было? 25 баллов, так и есть. Понятно. Так, давайте на гриле. Лучше кричать она. А ну иди сюда. Ну-ка. Блин, думал закрыть этот. А, по-моему, я застрял. Это твою ж дивизию. Блин, зашло, заперло меня, блин. Думал, я ее сейчас дверь закрою. Получилось как раз наоборот. Это елки зеленые. Лопатку. Дайте мне, пожалуйста. Но. Вот где могу встать. А ну. Шкет, иди сюда. Так. Потолок низкий. Сейчас я обыграю. По-любому. Ой, да что за... Чё это, блин, происходит?
Это сейчас убью, точно. Мелкая ты, зараза. Заставила меня копать тут, блин. Так, во-во-во-во-во. До свидания. Вот там сиди. Вот назойливая, блин. Так, что там? Сготовился? Так, фреймы. Шмотки. Вот это вот надо... А, не-не-не, сейчас, сейчас. Вот это я хотел сделать. Где она находится? Вон у меня здесь... Аккумулятор у меня есть. Сейчас печку сделаем для оружейной печку. В самом конце, по-моему, была. Фордж. У меня уже... А, вот она. Так, что надо? Аккумулятор есть. Сталь найдем. Mechanical Parts, 40 железа. Я тут все поскидывал, короче, все по чуть-чуть. Всякой фигни. Как раз пяток есть. Что там надо было еще? Трубки, что ли? Аккумулятор, железо, трубки, железо. Пять трубочек. Ага. Mechanical Parts. Эти скины. И механика, а эти и вот они. Электропарт. Ну-ка, ну-ка. Так, что опять не так? Да что не так, блин? Не знаешь, потому что вот и не так. Так, а где же эту фигню вообще-то изучить тогда? Вот фермерство. Так, выкрафтин, может быть. Ой, зачем? За фиксер, то все правильно. Мне нужен зафиксер по-любому. Опа, я уже весь могу изучить. Так, запчасти разные. Где же саму печку-то изучить-то? Так. Scrap iron. Это изучено. Так, armor smithing, это изучено. Это тоже. Кровать я не изучал, но пока и бедрола хватает, честно говоря. Красный чай, зеленый. Ну-с. Это все надо будет потом смотреть. С едой еще надо будет разобраться. Тоже. Репаркиты. Это что, антибиотики, что ли? А, это вал. Валдор. Валхач. Аэродор. Понятно, это все не то. Эксплозис. Вот я говорил, что три. Пайп-бомб. Что-то там ТНТ. Так, смифинг, смифинг, где же это? Что это за? Вот это вот. А, это понятно. Я думал, это быстрее бегать, это ловушки какие-то. Так, 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 так. Конкрет микс 30-ку. Нет у меня столько. Было, конечно, я уже потратил. Сталь это. Механикалс. Так. Армор. Майнер секси намер. Нет, пока нет. Быстро лутать. Не надо мне. Скаваджинг. Вальти Джол. Далеко еще. А сколько там скаваджинг? 26. А надо. 30. Ну уже не так много. Чуть я нифига. Hunter Storage, Secret Stage. Вот фреймы. То ли я что-то пропустил, то ли фиг его знает. Но сейчас это да. Может быть, сталь-то нет. Тут нет такого ничего. Mechanical Parts. Ты смотри, а. Чуть нифига не доходит до меня. Вот. Так, ладно, я сейчас разберусь. Да вот же она, блин, вот. Workstation. Короче, мне что-то не хватает. 50-го левела, как минимум. Light Gun. Smithing 10. Gun Smithing 10. Hilt Gun. Heavy Gun Smithing, блин. Понятненько. Понятно, что нифига не понятно. Так, наделаем еще свечки. Вечереет уже, кстати.
Ну, а где там, где-то свечка, свечка, свечка. Да, дальше просто пикнуть. И все дела. Ну, чё ты там, долго будешь шпоркаться еще? А, она куда-то хотела уйти. Вот тут и будешь жить. Чудо-юдо, блин. Ну ладно, думаю, на этом я буду заканчивать видео. Так что всем спасибо. Она еще и дверь побила. Кто дверь поломал-то? Опа, а я там место не так один потратил. Так что всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.